Так, смотри, что мы видим. У нас есть липучка. И мы липучку прикрепляем сюда. Сюда. Сразу не заметила, где на желтые шарики спрятались. Оп, все. А теперь мы поднимем. А, теперь много просто липучек прикрепляем и все. Чтобы оно было тяжелое и перевесило, да? Да. Так, перевесишь. Ага, что? Слушай, этому не хватило, значит. Этому не хватило силы. Перевесить? Угу. А что из этого выйдет, что они перевешены? Они же сидят там, вон внизу. Я, ну, я думал, поднимется этот... Как его? Ну, чтобы поднять нам досочку эту. И они там соединятся. Прилипнуть. Они должны все там. Угу. Сейчас попробуем. Так, вот видишь, все. Теперь побольше накидываем. Ух ты, а почему они повзрывались, интересно? Ну, так тоже пойдет. Так, смотри, шипы какие острые. Так, сейчас попробуем. Оба. А, я понял, что сделать. Может, их укатить шипы туда, скатить вниз? Точно. Сейчас мы их раскачаем. О, потихонечку, вышка. Бображек? Да-да-да-да. О, так. Ну, и смотри, как покатились сразу, да? Дружно, да? Дружно, да? Давай сначала с этого начнем. Есть. Ну, да хорошо, они укатываются далеко. Угу. А прям падает туда, бображек. Угу. Помоги ему, помоги. Отлично. Все, выкатился. И соединяем. Разбиваем стеклышко. Так. Нужно разбить стеклышко. Опа. Точно, смотри, я думала, он свалится. Нет, нет, не свалился. Угу. Значит, действуем по старому принципу, да? Да. Откатываем по одному. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, неудача постигла нас. Так, еще раз пробуем. Один есть. Не разбей стекло. Я не заметил, что он до стекла доходит. Давай попробуем так сделать сейчас. Есть один. Второй. Так. Слушай, опасная ситуация. Так, видишь, надо сюда убить. Да, да, чтобы немножечко попасть на шип и наклонить его. Да, все. Теперь просто раздеваем стекло. Угу, хорошо. Ух ты, смотри. Так, у нас есть бомбочка. Это какая-то спиралька. И они сидят в спиральке. Возможно, нужно проталкивать. Может быть, даже бомбочками. А, вон, я понял, что. Что тут вы... Немножко не так понял. Так, смотри. Они должны скорость набрать. Так, ну что ж. Давай попробуем. О. И в итоге капельками скатились вниз, да? Да, они взорвались, потому что тут есть ограничения. Так, смотри, может быть чисто красненькими и загонять туда их? Нет, наверное, все-таки нужно черные. А, правильно. Вот, смотри, видите, что, ну, не знаю, докатится, нет? Чуть-чуть не докатилось, да? Угу. Так. Надо еще, значит, туда. Сейчас. О, смотри, как хорошо. Угу. О, смотри. Отлично, отлично, отлично. Есть. Давайте, ребят, поиграем. Мистер Буллета. Так, что у нас здесь? Смотри, задание. Нам надо этого щелкнуть. Смотри, красная кнопка. Меня убило. Так, это как-то по-другому надо делать. Давайте попробуем. Нифига, как это проходить уровень, интересно. Интересно. Давайте попробуем.
Нет, она меня тоже взрывает. Надо как-то нам решить эту проблему. Нифига себе. А как же мне тебя убить? Так. Понял, понял я как. Чё, я сразу-то не догадался-то. Ну ладно. Так, теперь этого надо щелкнуть и самому не умереть. Убил. Я сам себя убил. Ладно. Так, опять он себя убил. Хорошо, ребята. Сейчас попробуем. А, так не долетает, да? А, так, о, долетела, его убила. Все, я остался живой. Так, ТНТ-ка. Надо стрельнуть, чтобы на него упало. А, почему я-то взорвался? Подожди. Блин, меня убивает все равно эта ТНТ-шка. Нет, тут как-то надо по-другому все это сделать. А, вон как. Понятно. Фантастически написано, фантастик. Так, а здесь надо как-то его щелкнуть, чтобы меня не задело. Опа, все нормально. Меня не задело. Так, а здесь, ух ты. Что это, а, это гранатка, елки-палки. Я сейчас взорвусь. Да, взорвался. А давайте тогда туда гранатку кинем. Опа, отлично, отлично, ребятушки. Прошли уровень. Так, здесь тоже мы бросаем гранатку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще раз. Нет, не получилось. Так, как же мне эту гранатку-то закинуть-то, а? О, получается. Есть. Фантастика. Так, дальше. А, тут стрелять надо, да? Меня убило. Ладно. Нифига. О, меня опять, смотри, убило. Это как так? Нет? А так? Тоже нет? Не, ребята, надо, может, так попробовать? Нифига. Нифига себе. Как же здесь ему закинуть, чтобы его убило? Ух ты! Прикольно. Прикольная игрушка, но давайте поиграем в другую теперь. Выбираем Абрамс. Давайте попробуем. Поближе подъедем. Так, вот сюда мы сейчас сделаем. Опа! О, прикольно, мне нравится эта бомбочка. У него есть самонаведение. Так, этот неправильно стрельнул. Ну что ж. Давайте еще попробуем. Что у нас там есть? Давайте такими постреляем. Ракетками. Ох ты, ё-моё. Не долетели они нифига. Так, а это... Давайте подъедем поближе. Ой, как же нехорошо. Ну хорошо, ладно. Слушай. А так, ты не хочешь? Ё-моё, смотри, какую мы яму вырыли. Да. Ладно. Вот так вот сделаем. Огонь. Мимо. Чуть-чуть надо. Надо двигаться, короче, ребята. Двигаться. Подъедем сейчас. Вот так вот все станем. Все, сейчас ты получишь ударчик, дружище. Хорошо, практически уничтожили. Практически. О, смотри, что он делает. Переехал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он сам себя взорвал, что ли? Он сам уничтожился, ребята, нифига себе. Я такое первый раз вижу. Ну, а нам, ребята, дали денег. Это очень хорошо. Вот такая игра. Если нравится игрушка, то ставь лайк. 828 монет. Что ж купить? Вращение меча, конечно же, я хотел купить. Так, и ну давай броньку возьмем тогда, почему бы и нет. Все, поехали. Так, достаточно таки. О, смотри, как меч вращается. Хорошо. Зомбарики. Мы сейчас вас пощелкаем быстро. Коробки, смотри, я стал разрушать очень быстро, очень хорошо.
Давай. У нас уже получается не нубик, а про. Даже? Ну да, про. Конечно же, про. У него алмазная, смотри. Одежда алмазная. А меч? Меч металл, из металла, железный меч. Могли бы и меч сделать алмазный. Ну, наверное, нужно быть читером, чтобы иметь такой алмазный меч в тюрьме, да? Ладно. Сейчас мы, ребятушки, пройдем игрушечку с вами. Посмотрим. Ну, практически-практически мы дошли. Практически. Так, давай. Что потом будем улучшать? Энергию? Да, тут, в принципе, я так понял, только энергия и важна, чтобы дойти нам до финиша, до победы. Тихо. Так. О, ребята, мы дошли. А, нет, мы не дошли, представляешь? Чуть-чуть оставалось. Чуть-чуть оставалось, чтобы пройти. И у нас не хватило немножко энергии, но мы энергию, ребятушки, купим обязательно.